Приветствую вас. Вы умудрились в одном вопросе задать очень много таких подвопросов, на которые вам, безусловно, хочется ответить, хочется помочь, хочется распутать этот клубок, который у вас сейчас есть. И вы знаете, первое, что мне не совсем ясно, и я надеюсь, вы понимаете, что очень важно это понять, это то, что вы пишете про старшего сына. То, что он рожден до брака. Вот он рожден до брака, это понятно. Но ваш муж — это отец этого ребенка или нет? Ваш муж — это является ли ваш муж кровным отцом этого ребенка, который вот у вас старше, или нет? Потому что я заранее извиняюсь, если что-то вам показалось не очень правильным, но не очень понятно из вашего сообщения этот момент. Потому что если это не отец вашего старшего ребенка, если это ребенок от другого мужчины, то понятно, что ваш муж просто-напросто ревнует. Ревнует к ребенку. Он не осознает, что ваш старший ребенок для него — это, по сути, напоминание ему о вашем предыдущем мужчине. И тогда вам нужно разговаривать с мужем. Вполне вероятно, что он не до конца отпустил эту ситуацию. Ситуацию, что у вас была до него жизнь, я имею в виду жизнь до вашего брака с ним. И он как бы не принимает тот факт, что у вас мог быть другой мужчина. То есть в этом плане вам нужно с мужем просто поговорить. Вот поговорить и просто постараться прийти к определенному концепту, сказать, что ты за что ненавидишь так старшего ребенка? Ты откровенно, почему так плохо к нему относится, что он тебе сделал? Может быть, он тебе напоминает про моего первого там мужчину и так далее. Может быть, ты как бы не можешь смириться с тем, что у меня был до тебя кто-то, тогда это проблема вашего мужа. И объективно эту проблему нужно решать не разводом, потому что вы любите своего мужа, а муж, по вашим словам, любит вас. Разводом здесь решать ничего, по крайней мере, на первый взгляд, не нужно. Если ваш муж вас любит, то он, естественно, готов для вас что-то делать. Как мать, вы не можете обделить своим вниманием своего старшего сына. И если мужчина хочет быть с вами, если он любит вас, то он будет делать все для того, чтобы вы были с ним. А если вам для этого нужно общаться со своим старшим сыном, то мужчина это сделает. Теперь дальше. Если ребенок от одного и того же мужчины все-таки, то тогда, вообще-то говоря, еще более непонятно, почему ваш муж отказывается принимать ребенка. Может быть, была какая-то ситуация, может быть, какая-то ситуация все-таки произошла,
что оттолкнула мужа от старшего ребенка. Может быть, у мужа у самого есть какие-то вот, ну, какие-то воспоминания о детстве, когда младшего сына недостаточно там любили, недостаточно ему как-то помогали и так далее. То есть, возможно, проблема вашего мужа идет из детства. И понятно, что с ним эту проблему нужно решать. Если он не хочет ее решать, тогда, конечно, нужно ставить мужчину перед фактом. То есть, его любовь к вам означает принятие ваших детей тоже. Если он ваших детей не принимает, значит, это, ну, какая-то странная любовь. Это не любовь как таковая, это просто использование. Он воспринимает вас только как мать своего ребенка. И все. И я думаю, что тут вам нужно просто-напросто выяснить с мужем отношения. То есть, обрисовать четко свою позицию. А свою позицию вы обрисовать не можете в силу ряда зависимости от него, от своего мужа. Понимаете, эта зависимость, она дает мужчине возможность диктовать вам свои условия. То есть ваш страх. Страх судебных заседаний, страх там одиночества и так далее. И если страх судебных заседаний у вас явно связан с каким-то негативным переживанием, которое нужно бы разобрать, ну или по крайней мере желательно разобрать, чтобы вам помочь, то страх одиночества — это от недостатка уверенности в себе, от отсутствия самодостаточности, от отсутствия, наверное, собственных интересов. Понимаете, вы, несмотря на то, что вы пишете, вот, что вам там 40 лет, да, что вы с двумя детьми без работы, все равно вы женщина. И для серьезного мужчины вы представляете большой интерес. Тем, что вы умеете заботиться, тем, что вы умеете опекать, оберегать, вы умеете вести хозяйство, вы умеете заниматься семейным бюджетом, семейными делами, вы умеете создавать уют. И серьезный мужчина это примет. Но ваш муж, он целиком вас не принимает по какой-то причине. Я вот не очень хорошо отдаю себе отчет просто сейчас, вот о чем идет речь, потому что вы пишете такую ситуацию, что как будто мужчина как бы противопоставляет себя вашему старшему сыну. И с причинами этого нужно разобраться. Может быть, имеет смысл как-то помочь вашему мужу, собственно, решить эту проблему. Вот об этом я хочу вам сказать. А страх, который у вас есть, вот страхи, которые у вас есть, с ними нужно работать. Над самоуверенностью нужно работать. Над самодостаточностью нужно работать. Нужно обязательно, чтобы вы были больше уверены в себе, нужно, чтобы вы больше думали о себе, чтобы вы больше времени себе уделяли, чтобы вы следили за собой, возможно, как женщина, чтобы вы там отстаивали свою позицию, чтобы вы как-то все-таки не позволяли вести с собой так мужчине. Чтобы он вот так диктовал вам условия. И, конечно же, нужно быть финансово независимым. Это безусловно, если мужчина вот так вот себя ведет. Потому что ребенок, ваш старший ребенок, он вполне может заработать Эдипов комплекс. То есть он время будет думать, что он как бы хуже вашего мужа.
Вот опять-таки непонятно, по какой причине муж ваш так не принимает ребенка, но я думаю, что у этого есть обоснование, есть причина, с ней нужно просто разобраться. Но ребенку, да, ребенку гораздо тяжелее, чем вам, и ребенку будет тяжелее, чем отцу. А более того, вот именно если говорить про суды, да, то суд всегда действует в интересах ребенка. Не в интересах отца, даже не в интересах матери, как таковую. Суд действует в интересах ребенка. И если вы дадите понять, если вы докажете в суде, что детям с вами хорошо, то у мужа не будет никаких шансов даже, чтобы отобрать у вас детей. Ни один суд не отберет у матери ее детей. Потому что суды всегда на стороне женщин, на стороне матери. Но вам нужно, вот то, что вы пишете, да, вот что, значит, чувство вины, знаете, чувство вины, оно здесь вам только мешает. Я объясню, почему оно вам мешает. Дело в том, что вы, когда испытываете вот это самое чувство вины, вы переносите ответственность, значит, себя за ситуацию на мужа своего. То есть это виноват ваш муж. И тем самым вы просто-напросто позволяете этой ситуации быть. То есть чувство вины — это по сути что? Это по сути самобичевание. Вы бичуете себя, и в итоге ничего не меняется. Вы не виноваты в том, что вы хотели устроить свое женское счастье. Поверьте, это нормально. Нормально хотеть быть счастливой, как женщина. Нормально. Но когда вы поняли, что мужчину, в общем-то, это волнует вот настолько, поскольку ваше женское счастье, и что его, по большому счету, волнуете не вы, а, я бы сказал, его волнует свой комфорт. Ну вот, с этого момента и вы понимаете, что ваше женское счастье, оно было в некотором роде иллюзорно. Что оно, по большому счету, не было тем, каким вы его себе представляли. И не надо себя винить за это. Вы хотели что-то построить. У вас это, в принципе, получалось какое-то время. Вы говорите, что ваш мужчина вас любит, значит, это получается. Но, видимо, не до конца, раз муж не принимает вашего ребенка. И нельзя, действительно, нельзя жертвовать своим ребенком ради мужчины. Тем более, если он так откровенно его не принимает. Поэтому я думаю, что в этой ситуации вам нужно понять самой для начала, чего вы вообще хотите. В принципе, ребенок сейчас живет у дедушки с бабушкой. В принципе, ребенок общается с вами. И в принципе, ребенок общается и с братом, и с вашим мужем, и так далее. То есть проблем, как таковых, нет. Ребенок уже привык общаться вот так, как он общается. А другое дело, хотите ли вы что-то менять сам. Если хотите, то это ваш выбор. Понимаете, вы такое впечатление, что вы хотите, чтобы мы вам подсказали, как здесь поступать. Но мы не можем, потому что для начала нужно понять, чего вы сами хотите. В принципе, вы можете оставить все как есть, и это будет как бы ваш выбор. Ваш выбор, он и будет вашим выбором, он останется вашим выбором. И осуждать за этот выбор вас никто не будет.
Но важно, чтобы вы сами этого хотели. Вот, а то, чего вы хотите, вот то и нужно делать. И когда вы сами для себя решите, чего вы хотите и что правильно, потому что, ну, это вопрос выбора. Ребенку, в принципе, неплохо сейчас живет. И, как бы, вопрос выбора заключается в том, готовы ли вы вот что-то менять. Если да, то зачем, для чего? Ради ребенка. Хорошо, ради ребенка, но не будете ли вы, например, так потом, допустим, жалеть? Тут это, вот это нужно разобрать вам самой, отдать себе отчет. Лучше понимать, чего вы хотите. Дальше вы, значит, спрашиваете, значит, что я могу сделать в этой ситуации. Но вообще говоря, в этой ситуации вам нужно понять для начала, чего вы хотите. Там. Вы так жили какое-то время и, в принципе, жили относительно неплохо. Значит, случилось что-то, что заставило вас свою ситуацию, свое как бы положение пересмотреть. Вот давайте подумаем. Для начала. Что же это за ситуация? Что заставило вас вот пересмотреть ситуацию? Может быть, какое-то событие. Может быть, мужчина все-таки начал себя как-то вести по-другому. Может быть, вы поняли, что дальше будет, например, только хуже, и что сделать вы ничего не можете. То есть вы, если раньше надеялись, что сможете как-то ситуацию поправить, то теперь вы понимаете, что мужчина, он так и будет своей линии придерживаться, и вы поняли, что вам не получится его перевоспитать, переубедить и так далее. И в этой ситуации, в принципе, вполне нормально, как бы, писать и делать то, что вы говорите в этой ситуации только. Второе. Наверное, работает на своей самооценке. То есть я отдаю себе отчет в том, что вы за время, пока вот были с мужем, значит, с детьми, вы все это время мало посвящали самой себе, внимание уделяли. И я думаю, что это не могло не стать для вас некоторой проблемой. Потому что, ну, объективно, то, что вы вот говорите о том, что у вас мало шансов там выйти замуж и прочее, все эти вещи, они, ну, вообще говоря, свидетельствуют о том, что вы в себе не уверены. Значит, над неуверенностью нужно как-то работать, над неуверенностью в себе. Это первый момент. Дальше. Следующее, о чем нужно сказать, это работа над вашим страхом. То есть, почему вы боитесь, в чем вы сомневаетесь, чем так страшно для вас одиночество и так далее. Этот момент тоже нужно вам проработать. По крайней мере, мне так кажется. По крайней мере, мне так видится. Потому что ситуация такова, что это мешает вам принять решение. Мешает вам, по сути, стать независимым от мужа. У вас отношения зависимы сейчас. Ну, нужно их делать более независимыми, чтобы мужчина видел, что вы не станете там терпеть какое-то поведение, да, по отношению к себе. Чтобы мужчина видел, что вы готовы там что-то делать самостоятельно. Чтобы мужчина видел, что вы преследуете свои цели.
А так, мужчина постепенно считается с нами все меньше и меньше, вот как я понял. И это происходит потому, что, ну, вообще говоря, а зачем? Зачем им считаться с вами? Если вы и так делаете все, что он говорит, и соглашаетесь со всем, что он делает, это неправильно. То есть, вот, по сути, избавление от, значит, избавление от каких-то вот зависимых проблем, это и есть то, с чем вам нужно работать, по сути дела. Это вот то, что нужно вам делать. А дальше. Самодостаточность – это, собственно говоря, личностный рост. То есть, я надеюсь, вы понимаете, что, чтобы не бояться остаться в одиночестве, нужно работать над тем, чтобы расти личностно, развиваться личностно, чтобы внутри себя, вот, как бы, да, формировать какие-то цели, убеждения, которые помогут вам решить свои внутренние дилеммы, внутренние проблемы. И это невозможно без личностного роста. Личностный рост – это понимание того, кем вы хотите видеть себя. Это доверие своим чувствам, своим переживаниям, своим там, эмоциям и так далее. Это вот то, что вам нужно делать уже сейчас. Ну, как бы параллельно с тем, что вы будете делать по, там, значит, сближению с ребенком. То есть о разводе сейчас, на данный момент, я с вами не говорю. О разводе с вашим мужем как обязательным условием для того, чтобы быть с ребенком. Может быть, получится решить эту проблему иначе. Просто вы пока этого не видите, вы пока этого не понимаете, я понимаю. Но это не значит, что решения нет. А вам нужно сперва понять вообще, почему муж так ведет себя. И хочет ли он что-то менять. Потому что если хочет что-то менять, если он вас любит, если он готов ради вас что-то делать, это одно. Это одно. А если нет, то, ну, простите, это другое. И тогда вам это нужно будет самостоятельно принимать решение. А в принципе, я думаю, на этом можно закончить. Получилось много, достаточно много получилось. Но в целом, я думаю, можно сделать такое заключение, что вы сейчас мыслите в верном направлении, просто у вас не хватает, я бы сказал, решительности и не хватает внутренней полноты для принятия верного решения. Кроме того, у вас сложился неправильный достаточно сценарий отношений с мужчинами, и у вас зависимое положение от него. Вот это нужно все исправлять. И там уже будет видно, да, хочет ли ваш муж быть с вами и с двумя детьми или нет. Я думаю, что только так вам можно эту ситуацию решать. По-другому не получится. И если отвечать на ваш последний вопрос, значит, сделаете ли вы лучше старшему? Да, сделайте. Этот человек будет, ваш старший сын будет чувствовать себя более полноценным, будет чувствовать себя любимым, будет чувствовать себя, перестанет чувствовать себя брошенным, и не будет, возможно, идти подпитка эдипову комплексу, который у него сейчас нарастает. Лучше сделайте, младший, знаете, с отцом вы не разъезжаетесь на разные концы земли, видеться вы будете, я думаю, это вопрос очень решаем. Вот. Главное здесь все-таки комфорт ребенка, и если ваш муж не понимает, насколько это важно, то придется понимать вам.
В принципе, на этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.